Команда Никиты Панусова – одна из самых опытных на этом турнире. Они регулярно принимают участие в интеллектуальных играх «Что, где, когда» и не раз попадали в число призеров. Но эта игра стала для команды «Уманинада» особенной. Ее участникам предстояло обойти сильнейшего соперника, обладателя главного приза турнира «Росатома» прошлого года. Нейтронная сеть – чемпионы синхрона «Росатома» прошлого года. Если мы их обходим, это вселяет надежду, что мы можем обойти всех. Это же наши основные конкуренты. Всего на городской отборочный этап по игре «Что, где, когда» среди предприятий «Росатома» заявилось 5 команд. Им предстояло ответить на 24 вопроса, которые подготовили организаторы из Москвы. И чтобы занять первое место в интеллектуальных баталиях, на городском этапе командам предстояло подключить не только знания, но и логическое мышление. Вопросы интересные. Отвечать, кстати, мне нравится, команде тоже. Но есть пара вопросов, которые из ряда вон, но в целом нам очень интересно. По итогам игры победителями стали сразу две сборные – «Нейтронная сеть» и «Уманинада». Уже в конце октября они отправятся в Нижний Новгород на региональный этап «Что, где, когда». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24».